Зеленые, розовые, синие и красные. Центральные улицы Сочи пестрят разноцветными и разноплановыми вывесками и рекламными плакатами на магазинах и кафе, банках и салонах красоты. Облик улиц Воровского, Роз, Московской и Конституции сегодня оценил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Глава города отметил, необходимо продолжать начатую в период подготовки к Олимпиаде работу по приведению курорта к единому архитектурному облику. Мы к Олимпийским играм, когда готовились, вроде чуть-чуть навели порядок, наставили пример. В Москве даже. Анатолий Пахомов поручил департаменту по оформлению городской среды активнее работать с бизнесом, совместно решать, как должна выглядеть реклама и те же вывески на кафе и магазинах. Необходимо строго, принципиально взглянуть на свои объекты. Департамент дизайна скорректирует и предоставит эскизные разработки, где это будет необходимо. Для того, чтобы предприниматели могли почувствовать, в каком правильном русле им действовать. Вывески и реклама не только должны гармонично вписываться в единый архитектурный облик, но и выглядеть опрятно, чего не скажешь о некоторых указателях. Одни уже устарели морально, другие просто нужно помыть и почистить. Ну а третьи и вовсе испортили фасады многоквартирных домов. Мотивация понятна. Для начала составляем акт и предупреждаем о том, что если не примут меры в течение месяца, то следующее будет обращение в суд и штраф. Нам надо активизировать работу по приведению к архитектурному облику, по приведению к санитарному состоянию, да вообще к благоустройству, комфорту. И мы это делаем каждый день. Анатолий Пахомов обеспокоился и судьбой вот этого здания на Парковой. Ремонт здесь должны закончить к лету. Главу города не устроило то, как новый собственник хочет его переделать. По эскизу вместо камня стекло. Мэр настаивает, не нужно уходить от первоначального проекта, а лишь обновить здание, не меняя конструкцию. Потому что меняется конструкция, меняется в принципе вид, он не нужен. Елена Борисовна, да. Предписание сделайте, что эта реконструкция запрещена. Анатолий Пахомов оценил и уровень благоустройства, и санитарного состояния центра курорта. В целом, чисто и опрятно, отмечает мэр. Картину портят клумбы, которые нужно привести в порядок, и некоторые объекты торговли, которые не следят за чистотой своих окон и фасадов. Работу по приведению города к единому архитектурному облику нужно усилить, подчеркнул Пахомов. Подобные обходы ждут и другие районы города. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.